что одолели нас. Че, рестлин двоих, да? Непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Давай, ты на двоих. Левичка на одном. Все на пулы, на рестлина, Талдарам и Валанара вот этого. Официантки не будет, он в канал. Даю отчет. Теперь вы видите, насколько мы сильны. Вставай, бей. Каску, лапу, пристабав там обновите по локу. Пристабав дала. Давайте Геру. Гера КД. А, да. Наебало, значит. Бля, уберите этого элементаля ебаного, а это пиздец. На 13 секунд. Сейчас уберу. У кого-то, если еще Гера есть, то надо через 3, 2, я дам, я дам. На. Все, давай. Немножко объебались. Поставьте петов, петов на эту, на сферу, пусть бьют. Все, сейчас скелесит. Где он там, блядь? Блять, ведро случайно начал бить. Ёбаный блядь. Ну там у Келеси это вихрь. Смотри, сферы не проеби. Две тактики сейчас могут, это которые идут в Сагрец. Да, уходите оттуда. Сейчас Валанара добиваем и все. Такс. Вот это параша надо кому-то? Позитрон, твой выход. Птички, птички. Бля, я жду боты с РС, если они сегодня не дропнутся, я ломал стекло. Все равно никому не нужны. Я этому отдал спейс, если что, эти боты. Бля, я буду ждать с РС. Перегрузочка, ты на боты или на искуситель? Лучше бы ты забрал эти. Смысле тебе заберешь? Спейси, да, и боты, короче, перегрузочки. Видишь, щука заберет первый, у него приор. Да их три штуки упадет, как и поясов, что забыл, блядь. Почему пояса могут упасть, а боты нет? Три штуки. Короче, боты успейся, если что. Так, сейчас. Там не сдохните только на этой хуне, там уже два трупа. Так. Забирай. О, ГЦ холит, еще один осколок. Да, да, спасибо. Че, в тебя напуливать? Или ты сам справишься? Да не, у меня пизду нахуй. В прошлый раз меня это, что-то ванна не убил, просто так. Главное, не переусердствовать там. Главное, чтобы на танка тоже был на пол, чтобы танк был на первом месте. Ресайте людей.
Блять, одного резаешь, другой падает. Ну чё за хуйня? Поставь метку, кого бьют. Вот звезда. Вы без метки сами можете дать гнев небес, там, изгнание, фир какой-то. Какую-то хуйню дать, по-моему, вам, чтобы они вас не шотнули. Вместо этого вы даете бурю, блядь, и умираете. Там тактик задничь. Этим обомсало, сбив костов по КД. Цепи масс диспел. Звездочку добивайте. На остальную хуйню там расфиляйте. Рыцаря можете фирануть. Или этих магов, которые постоянно это взрывной волной откидывают и замедляют скорость бега. Неприятная хуйня. Так, по сейвам разлетки. Хилы, стоите в метках. Сейчас на вас метки поставлю. Чтобы было это меньше ренжа вам до стенки бежать. По краям поставил. Колдплей там центральную займешь. Вот этот квадрат на взлетке. Там эти метки. Отозвался. Ага, ну пускай. Эти метки на взлетке не нарушайте с ними раньше, чтобы хилы не сдохли. Давай SDX. В ромбике. Килая в треугольнике. Перегрузка. Звезде. А и... можно мне поближе наоборот? Ну давай. Тогда массе в треугольнике. А килая звезде. В кружке. Спасибо. Так, по взлеткам, значит, на первой взлетке сейв дает Арислин и гимн на ХП дают Килая и SDX. На второй взлетке сейв дает Левичка, даешь Колдплей, Массакру и гимн на ХП Холищ и Квантрикс даете. Самое главное, хилов не кусайте, кусайте ДД. Ну и сейвы свои жмите на взлетке. Вы потом просили. А, гимн на ХП или на... На ХП, на ХП. И на ману, если надо будет, я скажу. Ага. Он сон же плюсует. Поставьте шкаф сум на нем.
Сейчас, кстати, нам в пати замутим тотем антифировский. Кого свечнем вот так вот. Все шаманы там в 3-й, 4-й, 5-й пати тотем трепета выставьте себе. Кунка, ты в Дисе? Это тоже Сонжу взял. Ой. Блять, не туда. Так, ну и присты на себя антифир кидайте перед пулом. На взлетке, чтобы человека здесь пылить. Так, что там? Вроде все готовы были. А, вот все готовы. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Это было неразумное решение. Колечко, как так? Я же не бустовый. Это бурс шамана называется, с двумя этими. А кто, пол, а кто получил, блядь? Бен. Бен? Нихуя себе. Ну, Холич, укусишь. Ага, хорошо. Холич, подойдешь к метку в этот? В щиточек, печеньку? Да, я там. С лучами там все сбегайтесь. Не кто-то стоит и остальные к нему бегут, а все сбегают. Милики и РТД. Чтобы быстрее лучи исчезли. Тени смотрим. Криги, Криги вар. Даже никто не косячит, надо было точно в хрен выйти. С лучами долго что-то у вас. Давай, Холич, Блэк еще укусишь, а Бентли официантку укусишь. Ой, вон, блядь. Надо как. Так, скоро будут тени. И после них будет фир, вот после следующей готовьтесь. Этого человека надо будет сдиспелить. Фир с него сдиспелить. Одна секунда, смотрим на ком. Спейси. Присты диспел его. Так. Это такой диспел был? Рислин Сакру. Два хила гим на хп. Алло, официантка. Ну, куси кого-нибудь. Да пиздец, блядь, добежал нахуй. Ты сдох, что ли? Ну понятно. Да. Ай, сука, никакого, блядь, ни смекалки, нихуя. Каску обновите по Бентли. Нож вкуса Геру, да? Нет. Скажу, когда Геру. Сорян, голдплей. Не склик. Мася... Килаю реснишь. SDX. А, у вас на по мане сейчас пока реснем то ее. Если килаю. Вставай, захиливайся. Перегрузка тотем. SDX гим на ману. Вот эти тени надо сдиспелить. Тотем антифира. Тотем антифира ставьте.
Так, Левичка, давай эту хуйню свою, P4. Давай первую даму уже, чё-то тоже. Да, давай, колплей массакру. Все и добиваем. И вот сова вот не укушена сзади, если что там, если кому надо, успею. Блин, ну сберитесь, сберитесь нам. На мне тени. Дресните там хунта. А, все, он встал. Сумонете к трэшу. Цепь надо кому-то. Токены, защитник и завоеватель. Так, Левичка, 50 гп, да? Нормальная шея вроде. Завоеватель надо кому-то. Это Т10 бесплатная. Так, колплей. Ну и защитник кому надо. Перегрузка надо тебе. Да. Все, можете сумануть. Блять, Лану и совет за 13 минут убили, что ли, что-то не понимаю. А, не, 18. Отверните, пожалуйста. Станы работают еще, откидывалка там, любая хуйня. Там еще одна охотница.
сражаться, братья. На Вальку все прожимки отдавайте, там всю хуйню. Что, забагаете? Или нет? Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпион. Спасибо. Я давно ее с щитом уже не видел. Гроза плеть. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Чего вы не бьете? Я первый по ДПС, и такого вообще не должно быть. Не надо наверх идти, стойте, стойте. Так, чё, Реслин, полетаешь? Так, ты левичка давай справа, я слева танкану. А ебаните шкаф. А рога этот был вообще с начала? Или это тот добрали? Ты забыл что-то. Ультиметик? Да. Нет. На а вон он уже прибежал. 5, 4, 3, 2, 1. Левичка твой. Большой пришел. Вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Suppressor spawn. Suppressor spawn.
Бесконечная колечко блестранга. Наконец-то убили. Колечко, вы кольцо. Там кто спустится вниз, Локи, шкаф ебаните. Как же ты хуёво колдуешь, Коль? Просто шок. Так, сейчас, блять. Ну тапки это по-любому спейси. И тапки на танк осталось. Так, тапки на танка надо кому-то. Красного краба. Танки не... тапки не надо. Все, можете сумануть. Да, давай. Алистин, ты куда, за шмотом? Или что ты хочешь? Так, пошли, заходим в центр, пока бить. Хочешь побить Синдру или сейчас мелких зальем и в звезду убегаете. Так, я слева, ты справа словишь. Дадите фулу на пул и там ханты роги. Thank you.
Все, возвращайтесь в центр. А, ну так сейчас добьем спекнуть. И этого зергануть попробуем. Лук там вроде пересаживается с компа на комп, может успеет. Еще пачка мелких. Так, я бока спекнусь. Так, сейчас готовим припоты. Короче, килай аспект не в ДД на одного на этого дракона. Стойте, сейчас поешьте, все попейте. Отойдите, не спульте только раньше. Если до взлета успеем убить, то плюс 100 ИП. Вон официантка еще бежит сейчас. Бафы обновите. И это Геру дайте, не забудьте. А Геру тоже. И припоты, и все по отчету, сейчас готовимся. Так, SDX. Даю отчет. Давайте припоты. Поехали. Без шансов. Да, можно было даже без Геры.
неплохо. Все, можешь обратно спекаться. Так, захиливаемся. Не разбегайтесь там, в кучке стойте. Так, ну львичка пускай танчит. Ешьте, пейте. Так, ставлю рыбу. Значит, все очень просто на боссе. Сдохнуть вы можете от притяжки, от бомбы. И от этой, как она называется. И на второй фазе. Все глыбы в кружок, когда в сторону надо будет, скажу. Квантрикс, ты где-то? Я логуюсь. Сейчас. И это, когда босс взлетает, глыбы вниз, ступенек, вот где вот здесь локовский портал стоит, в линию ставьте. Самое главное, рейндж друг от друга держите, чтобы двойной урон не получить. Примерно, чтобы для понимания, как между кружком и ромбиком, примерно такой рейндж. Там немножко больше, чем нужно, на пару метров. Тебя сумануть надо? Ебаните шкаф. Где-то реслин потерялся. Он был ранен. Шкаф, шкаф, шкаф. Тыкните. Бухает еще и в Долоране, блядь. Чек на пол. Так, вроде все готовы были. Пристабав, дайте еще разок. Все, пошли запускать. Подходите ближе. Да, без сопрота. Че, у тебя сопрота нет, что ли? Левичка. Кому надо? А, танку. На взлетке дадим. Так, поближе к боссу стойте, потому что взлетка. Ой, притяжка будет, чтобы бежать успели. И перед притяжкой не настакивайте 10 стаков. Скоро притяжка. Вот притяжка. Двигаем. Все, метки вниз. Смотрим, синие галочки такие над головой спустились вниз. А мы не по две, но... По одной.
А дверь в Герима сразу. Да. Справа близко. Склепы подбивайте там до 20%. А что вы не по две бабочки? Это что же? Лучше ничего не говори, не надо. Сука. Спустились, видишь, как все заебись, без меток делается. Четвертая глыба падает по центру. Все, фулл ДПС по склепам разбиваем. Кидали саппорт, Лишка? Угу. Это скилл. На взлетке саппорт давать, когда за глыбы прятаться надо. Там у кого магия, сильно не настакивайте, много скоро притяжка будет. Готовимся, скоро притяжка, поближе к боссу встаем. После дыхания через пару секунд будет. Готовимся отбегать. Убегаем. Метки вниз. Друг с другом только рейндж держите вдвоем, не стойте, то сдохните еще. Слева близко падает. Спрячьтесь. Слева подальше. Близко. И четвертая, последняя падает слева. Короче, тут может притяжка забагаться. Давайте стопнем ДПС. Не бейте босса. Сейчас после притяжки уже переведем. Притяжку подождем. И переведем, чтобы там не забагался этот таймер. Сейчас на притяжке отбегать готовимся. Наоборот, я не так хотел, ну ладно. Метку в кружок, милики, уходите. Сразу разбиваем. Стаки за каждой глыбой скидываем, чтоб не выпануться. Два склепа разбиваем быстрее. Лол. Сейчас пишет, что притяжка будет. Стойте за склепом. Перед боссом склеп не бейте, а вот это справа разбейте. Лёля, неси к этой глыбе. Да не к танку. Блять. Сместитесь за эти глыбы. Разбиваем. В печеньку поставьте следующую. Хутик в печеньку. Сейчас притяжка будет. Беги, малышка, все, беги. Отбегайте, там после притяжки разбиваем сразу. Разбивайте. Щука вперед, в печеньку. Еще парочку поставим. Сразу разбиваем его. Блять, а что вы там делаете? Ну, не можете отойти. Интереснее в глыбах стоять. Последнюю в печеньку ставь.
Разбивать. Так, что там до притяжки? Давай печеньку сразу разбиваем, и на следующее будет притяжка. Все, следующую печеньку будет притяжка. Перегрузка печеньку. Щиток какой-то по нему сейв дайте. Босс сдвинулся, немножко правее сдвиньтесь в треугольник свой. Ладно, тогда летите, ничего страшного. Раз вам нравится летать. Давайте Геру. Все остальные в сторону. И фулл ДПС по боссу. Легалайз в сторону. Так, СДХ давай гимн на ХП. Глыбу там одну разбейте справа. Не знаю, какой вам прикол замораживаться в лишние склепы. Наверное, прикольно. А еще отлетать к боссу на притяжке. Ладно. Надо кому-то. Перегрузочка там, ты 10 собираешь, да? Так. Да, заменил. Завоеватель. Там валик нет, можете смело бежать, похуй там вообще, ебать. Похуй ее просто. Круто, что нет валик. Так. Не, у меня это стоит. Четвертого. Да там, в принципе, без разницы, там ману регает. Одно значение, что на первом уровне, что на четвертом. Короче, Талик выпал. Роль Титалик. Так, Спейси. Юлик Вантрикс, он же. Ну, это мана мусор, сон же, может, не ролит. Так, получается, Спейси. Угодного танка. На 30 секунд набью, отойду. Да, да. Суманите на лича. Так, что-то... Ебать, как вы меня суманули охуенно. Это было круто. Ну чё, нельзя нормально сумануть? Без вот этой хуйни. Ну ты протанчишь левичкой, не сдохнешь? Давай похуй своего танка. Если хотите быстрее. Может ещё холич и кто-нибудь ещё побьёт на переходке? Холич только. Остальные столько не дают. А Блэйкич? Блэкич, да он, ты чё, ну, маг? Не надо. Похоронить его хочешь? Там хулипал такой, хулилайт. Давай позитрон побьет, блядь. Бля, я готов. Только одень там танковский шмот, там что-нибудь на стамину, блядь. Да, тогда фрост-резист нужен. Кожа с фрост-резист. Так, ну короче, один танк, это получается его проебать нельзя. Давай спейси сразу СС по левичке. Остальные сделайте СС, может потом перевешать придется. Один танк это жестко. Скажи, что твой холипа у меня хилил на перфозе. Колплей на переходке частицу на холича дашь. Его похилишь, он будет в зиме стоять. Вот на него метка. Все стоим под жопой босса. Сейчас, когда босс спулится, чек на пул. И чему просто диспелим сразу? Блэкич, официантка, что у вас там? А, рыбу, блять. Вот вам рыба. Запустили бы? Пока ешьте, я запускаю.
бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Все на пула из пула на левичку там, хорошенько. Чтобы не срывали. За спину ключу стою. Поближе встаньте, там демоны все вот эти, чтоб чума, блять, хуета не получилась с чумой. Вот так и стоим. Шаркаря потом выровняешь, чтобы он на тебя лицом смотрел. Диспельте чума. Немножко поставь, проведи немножко, если тебе неудобно. Вот, чтобы шаркарь на тебя точно смотрел. То вдруг кто-то в бок забежит. Шаркарит 5 секунд. 1% успеем, нет? Успели. От шаркаря отходим, от мобов отходим. Мобов на себя забирай, милики отходим. Милики стоим чилим. Частицу холипал. Частицу на холиче. Духа забирай, левичка. К левичке подвинь. Сфера, 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 ребят. Диспел с него чуму. Все, милики, подходите, бейте. Так. Ну давай, перегрузка, ставь тотем. Квантрис гимноману. Мася, по себе закинь. Я инер по колплею дал. Дал гимн. Когда сейчас переходка начнется, сначала сферу убиваем. Сферу все убиваем. Еще духа фулл ДПС. Геровка дожал. Геровка, да? Давайте Геру. Так, встаем звезду. Фулл ДПС по валькам. Так, все вальки надо разбить. Это два ханта и Арислин. Фулл ДПС. Осквернение 5 секунд. Осквернение 3 секунды. Милики ушли из-под валик. Из центра тоже все ушли. Валик добиваем. Все, фулл ДПС полечу. Сейчас будут вальки одновременно с осквернением. Стоим на полукруге от глыбы до портала. Милики по команде. Мильки по команде, уйдете с центра. Сначала посмотрим, где разольется лужа, потом будет бить валик. Станы по валькам и замедление. Мильки вышли с центра. Все-все вышли с центра. Все, ускорение разлилось. Все по валькам идем. Лича к валькам веди. РДД в ромбик. Мильки вот эти две вальки. РДД все по ромбику сыграйте. Выпрыгнешь потом. Теперь с центра наоборот выходите вместе с лечом. Все оскорнения 5 секунд. Все милики, танк тоже уходи. Мне в лужу в центре не надо. Оскорнение секунда. Все, разлили оскорнение, возвращаемся в центр. Видели, как вынес учитель-то?
Так вынес, я не видел. А, красава. Депорт это. Ренегат. Так, что там? Переходка сейчас будет. Смотрите, идите на край все быстрее. Левичка, давай Т4. Coldplay Massacre. Все свои прожимки. Сейчас подохнут люди. Еле успели. Холич, ты в зиме, да? Coldplay частицу на Холича. Два ханта по сферам. Coldplay еще давай. Где там Мася? Зачем перед лицом стоишь? Мася, перебеги к рейду. Самое главное, когда фаза закончится. 5 хилов, не проебите челика. Кого будут в комнату забирать? Моменталками там какими-то захильте. Напуливайте духа, 3 напула в рейде. Чё за хуйня? Сейчас он в рейд прям дыхнет. Давай, львичка, работаем. Сферы помогите. Еще сфера. Челика в комнату забираю, захиливаем. Телплей. Значит, смотри, убить духа надо и захиливать зеленого духа. И сбить каст еще. Стан, гнев небес. Что там еще есть? Перебегаем на ту сторону. Искоренение 5 секунд. Давай, Coldplay, не сдохни только там. И духа захиль зеленого, чтобы он тоже не сдох. Искоренение 2 секунды. И к личу сразу бежим, к личу бежим. Прячемся за спиной лича. Ну куда ты? Этот, хлопайте кто-то там тучками или баблами. Я понял. Так, теперь у кого сейчас бабл есть? Ясно. Что за хуйня? Ладно, Холич, так и быть, резну тебя. Жертва. Перебегайте на другую сторону. Сейчас, Рислин, есть бабл? Оскорнение секунда. Не разлейте оскорнение, как попало. Вот оскорнение на танке. Бежим за лечом. Сука, не бегайте только по луже. Спиной вставай к духам, левичка, и помогай хлопать, если вдруг в рейд полетят. Все прячьтесь от духов. Coldplay или Рислин сейчас кто-то похлопать, уже скоро добьем. Что я гимнову? Так, спейси надо захилить. Хорошо, что не зыбка была. Ускорение в резервуар. Все, последний раз перебегаем и добиваем. Можете тут даже в центре его добить. Оскорнение. Все, 1% добивайте. Да, давай зови. Так, зацелка и продал. Сейчас разролим с лича и на РС-ку летим. Я уступлю кунки место, короче. Там и Мирая уступит, и все вы уступите, бля, я так понял, сейчас минус 10 будет, блядь. Уже дал ЕП был плакич. Да, я дал. Че он там будет сегодня резать нас, нет? Че за хуйня? Свет, даруй мне последний. Я давал плюс 100 ИП за дракона. А, или там 250 надо дать, да? Давай, пух. Древковая. Два криса сейчас упадет. Два древковых. Мусорных крисов. Сюда нет, сука. Митриас и Аркус, нахуй. Мусорок, блядь. Левичка, будешь фроста ДК танка делать, нахуй.
Кому надо эта хуйня? На среде где бронзобора, да? Я понял. Так, Аркус. СДХ, Квантрикс. СДХ, Квантрикс. Квантрикс, а тебе нахуя эта хуйня? СДХ, он по мейнспеку. Я вот не знаю, за эту хуйню что, 600 и ГП ебашить или что? Не-не-не-не, слишком много. Вроде половину говорил. Нет, это и так половина. Если чё, блядь. 600 это половина за Аркус? Да, ну вон там написано. А это, не смотри, 663 на 2 делим. Да-да, это по нижнему надо смотреть. Ну типа, объективно слишком много ГП. Ну да-да. Так, ну а SDX? Спасибо. Так, защитник надо кому-то? Короче, под старой традицией, перегрузочки нету. А кто есть-то, блядь? Понял, Феникс на протовара соберешь. Сука. Игрок не на. Короче, в пизду эта вся хуйня пусто тут остается. А завоеватель надо? Ну что там было? Давай. Квантрикс. Соберешь хила. Все, полетели в эту. В РС-ку.